Всем привет! Меня зовут Милена. Мне 9 лет, и я очень люблю читать книги. Сегодня я хочу рассказать вот про эту книгу. Она называется «Сирано де Бержерак». Ее написал итальянский писатель Стефано Бени. Но придумал эту историю не он, а француз Эдмон Ростан. Получается, что у нее два автора. Изначально это пьеса, написанная для театрального представления. И вся история в ней рассказывается персонажем. 200 лет назад Ростан написал очень длинную историю в стихах, а Стефано Бени ее отчасти пересказал понятными словами. Эту историю мне предложила прочитать мама, сказав, что ей самой она очень нравится. Впервые увидев обложку, я подумала, что она сильно отличается от того, что я обычно читаю. И это оказалось именно так. Во-первых, мне чаще встречаются тексты, написанные простой разговорной речью, прозой, а тут внезапно стихи. А во-вторых, в том, что я читаю, чаще всего историю рассказывает автор, а тут идет диалог персонажей. Эта книга про то, как поэт Сирано де Бержерак, которого все считали уродливым, полюбил прекрасную даму, свою кузину Роксану, которая любила другого человека. Роксана берет Сирано клятву, что он всегда будет защищать любимого ею Кристиана. И тот соглашается. И только в конце книги герои узнают, как все было на самом деле. Эта книга мне очень понравилась, и, конечно, я советую ее прочитать. Я думаю, что ты будешь смеяться и грустить, перечитывать понравившиеся куски, и, быть может, даже прочитаешь полный вариант. Или, может, я сама прочитаю несколько отрывков? Да, я поэт. Знакома вы с балладой «Кас формою стиха»? Я полагаю, нет. В балладе 28 строк, 3 восьмистишья и четверостишья. Четверостишья зовут посылкой. Тише. Я заодно вам дам поэтики урок. Пока идет дуэль, я зрителям в награду за то, что вы так долго на виду, симпровизирую балладу. И на посылке в вас, конечно, попаду. Я поначалу боролся вправо и сбился с Млечного пути. Я путешествовал по свету, вдруг смерч понес меня в пески, но я схватил за хвост какую-то комету, и вот теперь на мне повсюду волоски. Я с огорчением убираю книгу на полку. Хотя могла бы продолжать, там столько прекрасного. С вами была Милена и Сирано де Бержерак. Приятного чтения и всем до свидания!